Сегодня у нас 19 июля 2016 года, утро. Вот мы встали с ребятишками. Вчера приехали участковый там с другим полицейским. И нам пришлось из лагеря убежать. Вот прибежали к Надежде Васильевне, ночевали ночь здесь. Вот, ребятишки. Ну что, как вам спалось-то? Плохо, да? Неудобно на полу? Главное, поспать. Холодно было, да? Я помню. Сейчас вот они читают. Надежда Васильевна дала им задание. Иван Галатьянов. Еще на паук. Паук. Не паук ползает. Паук ползает. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который освещает всякого человека, выходящего в мир. В мире был через него начать. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующие, в имя его дал власть. Да будет чай, да не может. Так, все. Надежда Васильевна. А те-то еще что, не подняли малышек-то хоть? А, вот они точно ходят же, я что-то все думаю, что они отдыхают. Вот так вот, слава Богу за все.